Только что закончилась встреча с секретарями первичных отделений. Мы подвели итоги предыдущей пятилетки и наметили наши планы на будущее. Сделано много, но предстоит сделать еще больше. Я рассчитываю, что наши такой большой, сплоченной профессиональной команды все задачи, которые поставили, выполним. В том случае, конечно, если жители Псковской области поддержат мою кандидатуру в сентябре на выборах. И сегодня мы единодушно высказали поддержку действующего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Мне кажется, что сомневаться в победе вряд ли стоит, поскольку есть, что за это время предъявить. Очень много сделано, практически выполнено все, что было обещано избирателям в начале избирательной кампании предшествующие 5 лет. У нас сейчас две точки, которые мы должны пройти. Это предварительное голосование и сами выборы осенью. Поэтому мы готовы во всеоружие, у нас есть потенциал, у нас есть электорат, на который мы опираемся, поддержка граждан. И здесь, конечно, мы их не должны подвести, и те результаты, которые покажут, это такой залог нашего нам доверия. Налицо такие динамичные положительные изменения, что их не заметить просто невозможно. Понимаете, и мы видим это абсолютно во всех сферах. Это благодаря все, конечно, неутомимости нашего лидера Михаила Юрьевича. И при полном понимании, при полном взаимодействии нам удается осуществлять и набирать очень хорошие темпы, которые сейчас взяты. Поэтому работа будет продолжаться. При таком сильном лидере у нас хорошие, огромные возможности есть. И благодаря такой слаженной работе всех органов власти по всем вертикалям, конечно, это будет еще один динамичный рывок в развитии.